Ребята внимательно слушают выступающих. Депутаты Евгений Шабанов и Дмитрий Глебов рассказывают об истории создания Конституции и о ее роли в жизни государства. В ходе беседы выясняется, что ребята уже знают о Конституции. Обсуждали вопросы прав и обязанностей граждан, а также обсудили права и обязанности ребят, как учащихся. В честь 20-летия Конституции также 11-ю школу посетили помощники судей. Сегодня Российская Федерация отмечает свой один из важнейших и главнейших праздников. Это День Конституции Российской Федерации, которая в 1993 году была принята всенародно путем голосования. То есть каждый принимал участие. Это, ну, скажем так, редкий случай, когда каждый гражданин проявляет свое право, активно право и, скажем так, заложил основы нынешнего нашего государства. Принял Конституцию, в которой изложены основные принципы, основные начала, скажем так, деятельности Российской Федерации как государства, включая внутренние положения и международные отношения, и которая заложила и основу формы государства, основные права и свободы человека, и гражданина. Самая важная часть, я считаю, для каждого человека в нашей стране, которая предусматривает, ну, элементарные права, право на жизнь, право на личную неприкосновенность, право на свободу мысли, на свободу слова и так далее. То есть гарантированы и социальные права. То есть не каждая страна может гордиться тем, что есть социальное обеспечение, да, то есть не в каждой стране есть пенсии, не в каждой стране гарантировано бесплатное образование. То есть это те насущные проблемы каждодневные, которые касаются, в принципе, каждую семью, каждого гражданина. Целью проведения подобных мероприятий является формирование представления о важности соблюдения законов государства, развитие гражданско-правового образования учащихся, формирование активной гражданской позиции и правового сознания. Юлия Рушенцева, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.